Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и добро пожаловать, хотя нет, никакие пока не добро пожаловать. Как ты? Как? Как первый день учебы? Все понравилось? Ну, мне кажется, что да, ну ты можешь написать в комментах, можешь со мной поделиться, можешь поделиться с остальными перцами, остальные перцы с тобой поделятся в комментах. Как? Как прошел первый день учебы? Я уверен, что все рады началу нового учебного года. Напиши в комментах. Напиши. А я пока чайчик попью, пока ты будешь писать в комментах, нравится ли тебе еще один год в этом году провести. Сложно, я все понимаю. Сейчас многие начнут возмущаться. Эдисон, а почему ты нас троллишь? Потому что меня уже до хрена кто троллил за это все время. Поэтому я должен на ком-то отыграться. А вы первые, кто попадет под мою горячую руку. Сраная флешка дьявольского сатаны, предвестника беды. Я надеюсь, что история этой флешки уже близится к концу. И развязка уже очень близка. И мы узнаем, твоя ли эта флешка, твоя. Потому что до сих пор еще никто не признался, чья. Чего? Чё за хрень? Подождите, кто-то в дверь стучит. А может, это курьер, подождите. Кто там, а? Чё за идиоты играются? Алло, есть тут кто? Нет? Стучат в дверь и убегают, дебилы. Идиоты, мать вашу! Чё это за дичь была? Я не понимаю. Кто-то стучит в дверь. Я выхожу на лестничную площадку, там никого... Ал... Чё... Чё за хрень? Подождите. Постучали в дверь, я вышел в дверь, я вернулся, камера была напря... Почему я в Майнкрафте? Что это за хрень? Где... Ядрёна мать... Твою мать! Да, прекрасно. Просто прекрасно. Так, окей, давайте отбросим тот факт, что кто-то стучался ко мне домой, я вышел, там никого не было, я пришел, камера была направлена вверх, почему-то у меня запустился май на компьютере, и почему-то флешка была воткнута в компьютер. Давайте упустим все вот эти факты, и давайте мы наконец-то выясним, чья это дьявольская флешка. В этой серии мы не будем втыкать флешку в компьютер, потому что она уже туда была воткнута, я даже не знаю, кто ее туда воткнул. Ладно. Ладно, так, все, нужно успокоиться, я аж вспотел, еще и горячий чай пью, вообще ума палата. Так, подождите, мне нужно найти чай на самой карте, как я понимаю. То есть не в реальной жизни, но вот в реальной жизни чай возле меня. Мне нужно найти... Кто? Любитель чая? Чего? Ложка? Чувак, успокойся, пожалуйста. Иди, сгинь, нечистая сила! Да, я еще и горю, да, когда я на шипы на вот эти натыкаюсь. Сгинь нахрен! А, он сдох. Ну, молодец. Ай. Так, все. Как мне отсюда выбраться, не могу понять. Опа. Ай!
Да чё за дичь-то такая? Что на, за карты такие идёт? Всё, ты сюда не сможешь пройти, поэтому даже не рыпайся, пожалуйста. Стой там, любитель. Ты чё, издеваешься? Чё-то странное на этой планете происходит, честное слово. Мне построили какую-то карту. Да твою мать! Чья-то флешка гнит! Чтоб у тебя сегодня 15 уроков в школе было! Чья-то флешка, как ты меня заколебал уже! Фух, валерьяночки надо бахнуть! Это валерьянка, это не чай, я пошутил! Я не знаю, честно, как он через флешку мог запустить вообще Майнкрафт на моем компе? Как он вообще что-либо смог сделать на моем компе через флешку? Я не знаю, что это за хацкер, но это уже переходит все границы. Дайте мне выйти отсюда! Ушел! Любитель чая! А как мне перепрыгнуть-то здесь? Опа, вот... То самое чувство, когда бога троллинга троллит какой-то нубас с флешкой. Я не... Да твою ж там мать, как мне тут... Ой! Да, ай-ай-ай-ай, пробегаем дальше! Сколько там этих любителей чая? Куда? Отстань. Нет! Твою мать! Слышь, ложка, я тебя, конечно, уважаю, и я понимаю, что ты любитель чая, но успокойся, ты дай мне карту пройти! Так, окей, он здесь стоит, да? Значит, мы идем... Идем сюда. И... Нет! Да твою ж там! Как мне пройти эту карту? Я не могу понять. Так, окей, нет, здесь я не смогу перепрыгнуть. Здесь. Просто, мать вашу, пробегаем. Давай ты тут клюпайся ко мне. Да твой... Так, окей. Ай-а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 й. Так, как, куда? А я могу за... Нет, я, наверное, к сожалению, не могу забраться. Ладно. Ага, а вот здесь как? Твою... Ай-ай-ай-ай! Все! Да хватит этих ловушек в полу дел! А на самом деле я спокойный. На самом деле я самый спокойный человек на этой планете. Был бы, если бы в моей жизни не появилась флешка. Я не знаю, как мне проскочить мимо вот этого любителя чая, это слишком какая-то жопа. Все, успокойся, пожалуйста. Все. Ай-я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 й. Куда, в какую сторону мне бежать? Иди нахрен! Я нашел! В твоем чае. Идиот. Что в моем чае, идиот? В твоем чае. Здорово. Так, подождите, ребят. Я твой чай во все дыры кофем заполнял. Ребят, если вы не видели предыдущую серию флешки, пожалуйста, прямо сейчас посмотрите. Надо мной будет подсказочка через несколько секунд. Нажмите на эту подсказочку и посмотрите, пожалуйста. Вот прямо сейчас нажимай, переходи на предыдущую серию и помоги мне, пожалуйста, выяснить, что этот дебил от меня хочет. Какой чай, что в моем чае? Почему меня убивают любители чая ложки? И почему, когда я вернулся, у меня камера на потолок была направлена? Что в моем чае? Я не знаю, ребят, у меня просто башка не варит. Я не знаю, что делать. Какой чай? Что в моем чае? Я не знаю, вам это видно или нет? Дайте сюда веб-камеру. Твою мать, он полностью зелен! Ребят, он меня траванул, походу. Поставьте, пожалуйста, лайк прямо сейчас. Ребят, поставьте лайк, пожалуйста!